площадку, прям постучал он клюшкой, дайте же мне передачу, Шипачев бросает! Верный момент был, Тихомиров вытянулся, и вот посмотрите, как интересно получается. Вот Шипачев, ради таких мгновений мы тоже смотрим хоккей, улыбнулись друг другу и мысленно поаплодировали. Ну, вообще, это аплодисменты Андрею Тихомирову и больше никому. Ну, и Шипачеву тоже, сколько он опасных ситуаций создал в этой смене. Да, самое интересное было, что Видин хотел...